Ежегодно в мае в Беларуси отмечается 5 числа День печати, а 7-го – День работников радио, телевидения и связи. Сегодня трудно представить жизнь без газет и журналов, телекоммуникаций и электронных средств массовой информации. Сегодня в Беларуси зарегистрировано больше 1600 печатных СМИ и свыше 270 теле- и радиопрограмм. В Солигорском районе зарегистрировано несколько печатных изданий. Это газеты «Шахтер», «Калищик Солигорска», «Строитель Солигорска». Мы поздравляем коллег с профессиональным праздником. Творческих успехов и плодотворной работы вам, журналисты. Телевизионное поле района представляет Солигорский телевизионный канал. СТК начал вещание в 2000 году и уже на протяжении 17 лет работает в эфире. Солигорское телевидение смотрят люди разного возраста. И каждый находит для себя что-нибудь интересное. В эфире телеканала выходят разные сюжеты, освещающие вопросы политики, экономики, сельского хозяйства, культуры, здорового образа жизни, безопасности и многого другого. Наши зрители всегда в курсе всех важнейших событий района.